Всем привет! С вами Инна Борисова, и вы на канале «Стройгарант Анапа». На вопрос, в каком поселке Анапского района хорошо и уютно жить, сразу приходит на ум – Цибана-Балка. Кому-то поселок покажется небольшим, однако среди хуторов и станиц Анапского района это довольно крупный населенный пункт. Цибана-Балка находится посредине между центром Анапы и поселком Виноградный. Расстояние в обе стороны составляет около 10 километров. Ближайшие к Цибана-Балке населенные пункты – Джимате, Витязево, Пятихатки. Расстояние между ними 3-4 километра. То есть буквально под боком находится обширная курортная зона Анапского района. Жители Цибана-Балки живут загородной жизнью, но под рукой имеют все необходимое. Сейчас мы на центральной улице поселка. Здесь находятся все основные учреждения, почтовое отделение, банк, а также различные магазины. Немаловажно, что на территории населенного пункта функционирует собственная администрация. Кроме этого, в Цибана-Балке есть детский сад, средняя школа, станция скорой помощи, полиция, спортивный стадион. В отличие от шумной курортной Анапы, в Цибана-Балке тихо и спокойно даже в разгар летнего сезона. Нет толп отдыхающих, а к морю ведут свободные дороги. Вот такие условия ждут вас при переезде сюда. Тем более, хороший повод сделать это предоставляет компания «Стройгарант Анапа». Именно тут она ведет строительство коттеджного поселка «Жемчужина». Вот мы и в «Жемчужине». Как вы видите, строительство идет полным ходом. В скором времени здесь будет возведено 220 коттеджей – от 50 до 145 квадратных метров. На сегодняшний день более 80 участков уже проданы. Территория коттеджного поселка будет огорожена, оснащена системой видеонаблюдения и круглосуточной охраны. Из коммуникаций здесь электричество 15 кВт, центральное водоснабжение и индивидуальный септик. Удобные планировки домов придутся по вкусу любому покупателю. Гаражи, навесы, большие террасы и бассейны. Сделаем все, как вы пожелаете. Немного расскажем о том, из чего строятся наши дома. На всех этапах строительства коттеджа используются только качественные, проверенные временем материалы. Фундамент выполнен из монолитного бетона шириной 400 мм и высотой 700 мм. Используется бетон марки М250. Цоколь армируется арматурой сечением 10 мм с шагом 300 на 300 мм. Заливается бетоном М250 класса B20. По всей длине цоколя сделаны ригеля из арматуры сечением 12 мм, связанные между собой хомутами. Стены выполнены из газоблока плотностью D500. Он усилен армирующей кладочной сеткой 50 на 50 мм. При монтаже кровли используются стропильные балки из досок 50 на 150 мм. Контррейка из досок 25 на 50 мм. Все деревянные конструкции обрабатываются огнебиозащитой. Покрытие кровли из металлочерепицы толщиной 0,47 мм. Выполняется монтаж водостоков, снегозадержателей и сливных труб. По периметру кровли защита от ветра. Снаружи дом утепляется плитами каменной ваты толщиной 30 мм при отделке кирпичом и 50 мм при отделке декоративной штукатуркой фирмы «Баумит». В ее компонент добавлен лак, поэтому она не промокает и не выгорает. Гарантированное качество. Все еще мечтаете жить на юге недалеко от моря? А мы уже готовы воплотить вашу мечту в реальность. Звоните в отдел продаж компании «Стройгарант Анапа». Наши специалисты всегда ответят на любые интересующие вас вопросы и помогут подобрать проекты вашего будущего дома. Вы даже можете оформить сделку дистанционно. Вся информация об этом есть на нашем сайте sga23.ru.